Привет, дорогие мои! Красивые заставки, которые обещают 317 тысяч. Всего за один ответ. Разные картинки, но ведут на один и тот же сайт. Помним, бесплатный сыр только в мышеловке. Сумма 317 тысяч мне знакома. Я уже рассматривала одну схему и понимаю, к чему это ведет. Но давайте посмотрим. Ух ты! Как мне повезло. Оказывается, меня случайно выбрали для участия в акции. А я думала, что я сама зашла. А как торопят зайти? Написали, что только 100 участников может быть. Скажу сразу, что это завлекают в посылторг. Но купи всякой ерунды, и будет тебе счастье. И чем больше ты накупишь, то тем больше у тебя будет шансов. А к цене и качеству этой ерунды очень много вопросов. Уже написано, что приз оказывается от партнеров. И завлекают, что типа осталось 3 минуты. Чтобы человек в спешке принимал необдуманное решение. Никаких контактов нет, правила не открываются. Зато есть восторженные отзывы типа победителей. Пробую нажать «Комментировать», но, естественно, безуспешно. Я специально подождала 3 минуты. Я пропущу ожидание. И что мы видим? Я могу продолжать отвечать на вопросы. Захожу повторно. А чудо! У меня опять есть 3 минуты. Решила закосить под пенсионерку. Делаю все ответы, типа я поверила. Какие понты? На кого рассчитана эта имитация проверки? И что здесь проверять? Введите имя, фамилию, телефон. Ага. Разбежалась. Захожу по новой. Отвечаю по-другому. Даже если ответить, что не хочешь принимать участие в акции, то все равно тебя приглашают. Галочка, что с правилами акции ознакомлена. Но этих правил нигде нет. Посылторг без меня. И, надеюсь, без вас. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Жду вас у себя на канале.